Так, всех приветствую. Вот они, два. Значит, таких, да, компактных. Чуть не сказал кроссовера. Нет, экшн-камер, да. GoPro и Sony IS50. Так, в принципе, по габаритам. В принципе, одинаково по толщине. Тоже, да, как бы здесь вот эта вот защита для линзы. В принципе, все почти одинаковое, да, но тяжелее будет, конечно, GoPro. Это не полегче будет. Что еще, значит? Ну, по GoPro я, в принципе, высказался, да. То есть материалы тут матовый пластик. На ощупь круто. И смотрится более-менее, да, не сказать, что круто, какая-то фактура, вот это вот какие-то, блин, не блестяшки, типа, знаете, похоже на какую-то стену, да, со звездкой. И этот, ну, такую стену я видел, как бы, ну, ладно. Я думал, это вообще что-то, когда распаковывал, думал, вообще это может быть грязь какая-то, ну, не грязь, что-то, либо пыль, либо чё. Можно ее, в принципе, убрать. Нет, оказывается, это просто вот такой вот рисунок на самом пластике. Здесь дешевый пластик, но здесь более премиальный, да, пластик. Ну и снизу металл. Вот так он выглядит. А GoPro-шка, да, по габаритам я вам показал, да, в принципе, почти одинаковые, как и IS50. IS50, значит, что здесь? Это доработка, да, защита для линзы. Что здесь? Здесь тоже есть, видите, резьба под адаптеры всякие, под штативы. Здесь microSD. Здесь microUSB, значит, можно зарядить, да? Что здесь, в общем? Вот это вот изолента, да, то есть изолента. Потому что вот эта крышка, она поломалась почему-то, почему не знаю. Короче, вот так можно, в принципе, убрать ее. Ну и также сверху, да. Потому что это держит его именно изолента. То есть, вот, ну, изолента я прикрепил, потому что сама крышка, видите, поломанная. Здесь такой крюк, да, по-моему, что-то такое, короче. Он вот так цепляется, это ты закрываешь вот так. Вот так, либо открываешь, либо закрываешь. Но поскольку он сломался, здесь этот крючок, который цепляется за держатель, да, чтобы крышка не отлетела, значит. Ну и он сломался, приходится теперь. Ну, благо я туда вообще как бы не лазю, да. Там, в принципе, ничего такого нету, да, только аккумулятор. Ну и, значит, сделал так самодельно. Ну, просто вот взял на изоленту, закрепил, и все, в принципе, он держит нормально, как бы. Ну, немного, конечно, есть тут, вот видите. Он не до конца садится, потому что, разумеется, на изоленте держится. В основном отсек здесь нужен для зарядки, да, microSD, microUSB, то есть. microSD вот здесь, кстати, карточка здесь, она снизу. Не знаю, что-то по последним наблюдениям он что-то начинает уже все. Что-то на тренажерке, когда я хотел записать видео несколько, что-то мы друг друга не поняли. В общем, мне кажется, все уже как бы. Может быть, там для записи видео, к примеру, если не короткие, да, прям уже короткие, там 2 минуты, может быть, даже 1, может, 3, ну, пусть даже 5 минут, может, он и пойдет, да, мне кажется, дальше он уже в силу своего, скажем, устарения, возраста, он уже, возможно, не будет записан. Но, опять же, это все под вопросом, я пока настолько времени не тестил, но при последнем, опять же, наблюдении, да, когда я начал им пользоваться в последний раз, что-то он меня вообще жестко подвел. Вот здесь, в принципе, Sony прикольная. Как бы я сделал и для него, да, как вы знаете, держатель для головы.
Я не знаю, подойдет ли вот этот держатель для вот этого, для экшн-камеры от GoPro. Она еще и такая увесистая, да? Ну, два раза больше весит, чем вот эта экшн-камера от Sony S50. Ха-ха-ха, yeah! Ну, все, в принципе. Вот то, что происходит, значит, с S50, да, экшн-камерой от Sony. Что-то, походу, все уже. Она сдает, да, возраст и так далее. Ну, как я и говорил, да, я купил, значит, 12-ю GoPro-шку на всякий случай. Но крепить ее, опять же, да, не знаю, тоже, если даже оригинальное, к примеру, крепление на голову от GoPro купить, выдержит ли он вот эту вот 12-ю GoPro-шку, потому что она, в принципе, увесистая такая. Даже, по-моему, как смартфон весит примерно. Ну, так. Что еще? Ну, спортивный мужик, значит, Владимир, да, он вернулся, он, в принципе, в летом вернулся еще в YouTube, да, но опять же, я говорил же, да, что он вернется, тоже это привычка, как бы, все равно люди, да, психуют, потому что много хейта и так далее, но потом возвращаются все равно. Что еще-то? Если кому нужно, то есть могу, в принципе, написать, как его канал называется и так далее. То есть все его реквизиты, если хотите, могу оставить. Что еще? Так, ну, поотвечаю, наверное, реально скучно. Бывает, да, вот, ну, скучно, да, вот. Реально, то есть и понимаешь, да, что комменты ты можешь, в принципе, читать, может быть, можешь не читать. Там разные комментарии, да, попадаются, но все равно интересно, как бы, да, почитать, все равно интересно, когда тебе вот реально скучно, да, и ты лезешь в комментарии. Просто прикольно, да, как бы просто посмотреть, что люди там пишут и так далее. Неважно, какой это комментарий, все равно это интересно. Ну вот, да, вот знакомый, который записался к бизнес-тренеру, говорит, я хочу добиться успеха. Базара нет. Ну, как бы, ну, удачи тебе, как бы, и успехов, да, разумеется, успехов, успеха, там, не знаю. Но опять же, успех, да, для кого-то это тоже они, успех, это же не просто, да, вот это тоже он как соизмеряется, да, мерится тоже не деньгами, да, а еще и другими, да, составляющими, скажем так. Для кого-то успех – это заработать много денег, да, как те же самые бизнес-тренера. Для кого-то успех – это остаться в истории, да, для кого-то успех там, ну, там, не знаю, ну, вот, типа такого, да, поняли, надеюсь. То есть успех тоже разный бывает. Так что просто так заработать много денег, я считаю, ну, вот эти бизнес-тренера сами не понимают, что это просто выходящая забытая земля, вот такая же. Бизнес-тренера, да, бизнес-тренера, неважно, вот эти миллиардеры и так далее, даже президенты, то есть все равно они не понимают, что это просто ходячая забытая земля, никто. Так что успех у меня другой, да, как бы остаться в истории, да, ну, опять же, да, то есть я не имею в виду себя вообще, говорю, у кого-то успех – это реально остаться в истории, да. Просто он делится тоже успех, я к этому клоню. Ну вот тоже, да, негативные комментарии, да, некоторые, то есть я как бы прекрасно вас понимаю, но опять же, да, люди, как бы вас, вы как бы рабы, да, по сути, да, неважно, сейчас я по ту сторону экрана говорю, да, неважно, да, в какие времена вы, все равно 97% людей это рабы, да.
И не только 97%, сюда можно включить и красивых, симпатичных, да, почти 99% это рабы все. То есть рабы, 1% это легендарные, великие, да, люди. Вот 99% это вот рабы. Вас имели как рабов, да, и Чингисхан вас имел как рабов, да, раньше. И Гитлер вас имел как рабов тоже. И я сейчас вас имею как рабов, да, сейчас, скажем так, по моей теории. Ну и дальше буду вас тоже иметь как рабов, да, в будущем. То есть все 99% людей на планете, независимо от рас, национальности и так далее. То есть, по сути, это никто, да, 99% людей. Это просто ходячая забытая земля и все. То есть просто... К чему я это говорю? Потому что некоторые, да, вот иногда даже в жизни сталкиваюсь, что кто-то думает себя лучше, либо там у него прекраснее, чем у кого-то другого, да, или у других людей, там у него все замечательно. Такая же, такое же ничтожество, да, как и все, в принципе, 99% людей, вот и все, то есть... Ну, как бы я не понимаю таких людей, которые слишком много на себя берут, да, и считают себя там, что у них лучше всех остальных, да. Вы просто рабы, как бы, и вас будут иметь как рабов. Что раньше было, что сейчас, да, что и в будущем. То есть человек из 99% это никто, да. То есть все вот эти диктаторы, все... которые будут еще, да, они просто вас могут просто уничтожить и все. То есть неважно, кто вы там, бизнес-тренер, либо там бомж, либо там актер, не знаю, певец и так далее. То есть вы рабы и все. Под таким человеком вы просто рабы и все. Вас будут иметь как рабов. Что и сейчас я имею, да, вас как рабов, что и в будущем будут так, тоже такие люди. Ну я-то, разумеется, мысленно, да, вас... имею как рабовка, ну, скажем так, морально, да, а кто-то физически, то есть просто люди, да, не понимают то, что они никто и как бы, скажем так, отрываются от реальности и выходят за рамки вот этого. Так, здорово, будешь? У меня есть машина, будешь ли ты покупать ее? Акцент. Дружище, да, по машине, кстати, пока нет, наверное, пока нет, пока буду передвигаться либо пешком, либо на автобусе, и опять же, да, какая вот машина акцент, да, ты говоришь, какой сборки, если там казахстанская, российская, то я считаю, наши даже и собрать нормально не могут, да, уже все придумано. Ну, не знаю насчет казахстанской, да, сборки, но российская я знаю точно, что есть знакомые, которые купили, значит, с российской сборки, да, еще тогда до, скажем так, там, войны и так далее. Тоже они жаловались, да, то есть люди реально, да, уже все придумано за них, только собери, они даже собрать не могут нормально. Так что пока, смотря какая сборка, да, то есть лучше, наверное, уже, ладно, не будем говорить, просто про китайские машины ничего пока не знаю. Слышал новость, министр избил свою девушку до смерти. Слышал. Ну, что я скажу, что, с понятия вообще, ребят, я не знаю, что сказать. Избил, да, ну, может, что, ревновал, опять же, может, она хотела уйти от него. Опять же, да, как вам сказать-то? Ну, ладно. Ну, опять же, да, я вот сейчас посмотрел фото, ну, я даже, я не знаю. Опять же, да, вот, тоже я, бывает,
знакомые, да, там, родственники и так далее. Иногда, да, смотрю, ну, как бы на их девушек, жен, да, но я на метр не подошел бы, да. А они как бы радуются, да, и думают, что у них все прекрасно. То есть я вот этого не понимаю абсолютно. То есть чем гордиться, чем веселиться, вообще не понимаю. То есть, ну, люди как бы радуются, да, этому, но если меня на место него поставить, я не знаю, повесился бы реально бы. Просто ходить, ладно, вы сами знаете, да, как кто, и еще и радоваться при этом, еще и гордиться. Ну, а просто люди то, что не понимают, они много не понимают из-за этого. Надеюсь, моя теория в будущем просто у каждого будет на слуху, в уме. Ну и просто не надо много брать на себя и все. Так что, ну что вот этот, да, вот министр избил свою девушку до смерти? Да я тоже реально не знаю, мне нечего сказать. Как бы для меня это просто, опять же, никто, да, ничтожество. Что он, что она. Это вот так, да, если прям разбираться. Если по-человечески, ну, не то, что по-человечески, но если как бы уже, да, скажем так, быть как бы немного, скажем, таким, как все, да, к обычным человеком, и что я могу сказать, значит. А я ничего не могу сказать, вот реально. Я не знаю, что ответить на этот комментарий. Тоже, да, не поймешь. Ну, тоже, да, вот. Может, она хотела уйти от него. Что он избил-то? Ну, тоже нашел себе соперника, конечно. Тоже, да, какой-то непонятный чел. Но обстоятельства могут быть разные, то есть. Обстоятельства могут быть разные, и ну, все пока, наверное, я даже не хочу на эту тему говорить. Для меня это как бы никто, так что, в принципе, сейчас говорить, что-то их там обсуждать, там, какие-то взаимоотношения и так далее. Я не хочу. Все, в принципе, насчет, наверное, на этом все. Все, всем удачи и пока. Надеюсь, не хочется мне сейчас там что-то вырезать, какие-то моменты и так далее, но оставлю как есть, в принципе. И так я не знаю, что снимать, нечего мне снимать больше. В принципе, все рассказал как бы. Вот и все.